10-й школе в хуторе Чикон почти 40 лет. Спортзал ремонтировали 15 лет назад. Управление образования подготовило заявку на участие в целевой программе. Как только ее одобрят, школе выделят средства на капремонт. И замен полов, и покраска стен, и ремонт системы отопления, полностью замена этих душевых, раздевалок. Все это включено. Ремонт канализации. Здесь в смете все заложено. Это единственный спортивный зал во всем хуторе. Ребята со всех районов занимаются спортом именно здесь. Для села всегда самое главное это было это школа, детский сад и больница. Вот и у нас нет закрытых площадок для того, чтобы наши дети занимались где-то. И они занимаются футболом, баскетболом, волейболом, но не здесь, а на улице. К новому учебному году условия для тренировок в чеконской школе кардинально поменяются. Участие в целевой программе «Развитие образования» даст возможность муниципалитету получить дополнительные средства на капитальный ремонт трех спортивных залов и строительство одного нового.